Здесь недавно произошло убийство оборотней. Трое молодых парней приехали на пикник, на природу пожарить мясо. Их пожарили оборотни. Какой Паша красивый. Паша стал поменьше, мне кажется. Красивее. Смотри, вагончик, тут реально это трейлер к новому, ты понял? Это что? Цирк. Так ты видел, что там внутри? Это цирк. Вон там. Пошли. За стадом. А все? Погнали. Ага. Все. Ага. Золото капюшончики. А это разве не папа? Вот, желтые капюшончики не снимай, с утра страшные все. Нет, там владелец есть цепа, походу. Что? Где? Высатый дядь. Я видел, что... Кого это отвезли на тележке и скинули? Маршрутка старый. Арсений. Арсений, у вас чего-то сзади не хватает, Арсений. Если ты посмотришь у нас сзади, то ты увидишь, что у тебя кое-чего нету. Посмотри на людей. Нема. Нема кое-чего. Капюшона. Ну достань, ты же должен быть реально в коллективе желтых. Давай. О, какой капюшончик сексуальный. Хороший, малыш, хороший. Ты снимаешь все это дело? Ну так вот, геймеры пешком добираются. Это где-то в 11 начнем, сейчас 9. Через пару часов доберемся туда пока. Ну, где-то час на разыгровку, хотя там, наверное, поменьше дадут. В этом году я слышал, 10 минут дают на подключение и 5 на разыгровку. Жестокие времена настали, жестокие. Кризис еще долбанул. Путин побеждает. Короче, все очень будет сейчас сложно. Необычно. Кто-то себе! Ой, хорошая лепица, ой, хорошая. Сейчас выиграем первую игру, пойдем с ними погуляем немножко. Это Зинка, вон я вижу. В Харькове на речке часто тусуются. И ее подружка Любасик. Любасик, привет! Вот. И, как говорится, кому-то дают время на разыгровку 5-7 минут, а кто-то себе покупает вазы всякие, лампы по 10 тысяч долларов. Ну, не будем называть имен, но есть такие, присутствуют такие люди в нашей стране. Вот. И, ну, как бы, все этим сказано и ясно. Такие вот пирожки. Ну ничего.